засекли объект. Засекли. Черт. Что это такое? Откуда у русских это чудовище? До сегодняшнего дня в мире не существовало подобных плавучих средств. Да, сэр. Возможно, у русских появился гигантский авианосец. Коммунисты построили авианосец нового типа. Но у нас есть подозрение, что все не так просто. По агентурным данным нам стало известно, что это конструктор Ростислав Алексеев. Нам необходимо знать все об этом человеке. Человек, о котором вы говорите, настоящий гений. Один из десятка советских конструкторов, которых давно ведут мои люди. Я назначаю вас ответственным за эту операцию. Так что придется вникнуть во все лично. Но мне придется работать в слепой зоне. Это мы организуем. Значит, никаких личных контактов. Да. Ни со мной, ни с посольством. Продолжайте. Так вот, в 1935 году 19-летний Ростислав Алексеев вместе с семьей перебирается в Горький и поступает в индустриальный институт имени Жданова. Там его зачисляют на кораблестроительный факультет. Через год молодое дарование переводят в Ленинград, в Корабелку. Но в деканате узнают, что его отец был репрессирован, и от греха подальше заваливают одаренного студента на экзамене. Ну а после неудачной учебы в Ленинграде Ростислав возвращается в Горький и с 1938-го продолжает обучение в родном институте. Внимание! Яхтам выйти в предстартовую зону! Чкалов, летит! Да ну тебя! Давайте, мальчики, вперед! Марин, никуда не денутся твои экзамены. Смотри, какие парни. А скажи мне, пожалуйста, кто тебе больше нравится? Черный или... Дуры вы, девочки. И не лечитесь. Почему? Ой. Ну откуда ты это все? Ну почему ты там все... Алексеев! Алексеев! Я с кем разговариваю? Ты что, оглох, что ли? С черным парусом? С черным парусом запрещено, понятно? Ты еще череп с костями прилепи. А? Сколько можно повторять? Так, ты снят соревнований. Снят соревнований! Все! Да какая ткань была, такую поставили? Ну нельзя комсомольцу за пару соревнований снимать. Он может всю жизнь готовился. Зайцев, слово давали? Развели тут, понимаешь, анархию. У нас серьезное мероприятие. Чкалов прилетело, вы тут... Слава, давай я тоже сниму. Даже не вздумай. Тебя что, на аркане вытаскивать? И чтобы первый у меня пришел. Ведреев, адмирал, не подведу. Алексеев, ты что, под трибунал хочешь меня подвести, а? Ну! Другое дело. Начинай! Ну, давай. Внимание! Идут! Итак, старт состоялся! Ура, товарищи! Ну что ж, поглядим сейчас. И теперь сейчас. Лишь от самих спортсменов зависит, кто победит в этой гонке. Вон оттуда они должны пойти. Вижу. Пойдем? Ага, сейчас. Пойдем, Матвей. Мари. Жиринка, музыканты, за мной! Жиринка, говорю, все за мной! Музыканты, за мной, говорю! Сегодня в качестве гостя и почетного судьи второй полоски регаты выступает прославленный летчик, герой Советского Союза. Молодец, а? Любимый земляк. А ну пошел. Товарищ, вы не переживайте. В конечном счете, главное ведь участие, ну, желание. Комсомолец должен не смотреть на трудности, а идти вперед. Угу. Товарищ, а вас как зовут?
Марина. Марин, я сейчас выиграю, потом вечером на танцы пойдем. Слово сказать, Алексеев был натурой горячей, непредсказуемой и рисковой. Это наблюдалось со студенческой скамьи, с самой юности. Ах ты, зараз! Итак, по предварительным данным, на старте вперед вырывается яхта номер 26 под управлением Ильи Лобанова. Илья уже два года считается одним из лучших спортсменов. Мариш, давай с нами. Ну как там, анархист? Не плачет? О-о-о, влюбилась? А у тебя пыщ на носу. Ну зачем ты? Идем, Варя. Иду. Чё, пустить нельзя? Нельзя. Уже нет никаких сомнений. Первым на финиш приходит студент нашего индустриального института Николай. Но не будем спешить. Итак, из-за поворота стремительно догоняет Николая яхта под черным парусом. Кто же это смельчак? Посмотрите, что делает яхта под черным парусом. Что происходит? Я этого анархиста на старт не выпускал! Я тебя под трибунал отдам! Не надо! Посмотри, что он делает, а! Ты посмотри, что он делает, а! Ай, молодец! Ай, молодец! Ну, красавец этот черный, а! А ну, давай, черный! Я говорил! Цвет! Не важен! Он обгоняет яхту Николая Зайцева и на самом финише вырывает! Да! Первое место! Ура, товарищи! А сегодня танцы будут? Итак, победителем становится студент нашего индустриального института имени Жданова Ростислав Алексеев! Это я понимаю. Давай. Вот это скорость. Молодец. От всех удрал. Держи. Спасибо. Общая фотография с прославленным летчиком. Все фотографируемся с победителями соревнования и товарищем Чкаловым. Поздравляю. Не сомневался. Как спортсмен спортсмену, как такой скорости достиг? Какой пропеллер всадил туда? Я сконструировал товарищи, поворотную мачту. Все смотрим сюда, не отвлекаемся, да? Сейчас отсюда вылетит птичка. Внимание! Валерий Павлович, а правда, что вы в Ленинграде под мостом летали? Правда. Ничего себе. Да это немец один прихвастнул, что можно на небольшой высоте прилипнуть к воде. Ну, я и попробовал. И что, прилипли? Прилип. А как это? Это, брат, эффект такой есть. Ты что думаешь, земля летчика ждет? Да чтоб на землю приземлиться, еще ой, как постараться надо. Это еще до гражданской. Ребят на Муромцах заметили. Только ты к земле подлетаешь, она тебя обратно отталкивает. Что ж вы отвлекаете товарища Чкалова от памятного снимка? Ну, мы ж фотографируемся, а? А мы сейчас ведем разработку яхты, она до 15 километров должна разгоняться. Ты что несешь-то? Скорость любите? Да. Да. Любите скорость? Идите в авиацию, потому что там скорость, там самолеты, там крылья, а не эти ваши черепахи. Товарищи комсомольцы, отпустите Валерия Павловича. Товарищ Чкалов, нас ждут в буфете. Ну, мужики, браво. Дерзайте.
свободны. Слава! Я теперь руки год мыть не буду. Сам Чкалов жал. О. Слав, ты чё? Черепахи говоришь? А что если? Крылья? Слышь, чё говорю? Сам Чкалов жал. Теперь все девчонки наши. Коля, а? На танцы. Зачем сюда пришел? Напиваться? Я... Товарищи, у меня праздник. У тебя. Хочу выпить за Славку, ну и, конечно, за красавицу Марину. Горько, товарищи! Горько! Ваня, давай! Горько! 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 Друзья! Минуточку внимания. Сегодня на свадьбе Славы и Марины присутствует важный гость. Профессор нашей кафедры Беркович Леонид Аркадьевич. Ура! Слава. Марина. От лица нашего института поздравляю молодую страну с новой семьей. Горько, товарищи! Помолчи, студент! Извиняюсь. Позвольте мне первому обрадовать вас отличной новостью. Сегодняшний жених успешно защитил дипломную работу «Глиссер на подводных крыльях». Ура! И Ростиславу решено присвоить звание инженера-конструктора! Ура! 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 Вот теперь Горько! Подождите, ребят, ну не надо. Ну, Лёнь, ну подождите. И взяли её! На свете большая река, как долгое лето. И пусть бы река называлась Ока, но только не это. Доброе утро! И лодку достать бы и плыть бы на ней по воле течений. И так начерпать до конца своих дней себе впечатлений. Ваня, давай! Ну, а река издалека катит водицу. Можно испить, можно удить, можно умыться. Везунчик ты, Славка! И диплом ты защитил, и жена у тебя красавица! Хорошо-то как! Валя, вы очень красивая. Ну ты шутник. Самый глубокий глот уж, наверное, всякий знает. Минарняковский завод! А кто такой Бинардаки? Марин, да ты чё? Он же Красный Сормову построил. Да? Да, и самый большой на Волге. Пароход. Волга. Вот нас не будет, а реки так и будут течь. Иногда так хочется остановить время. Хочется, хочется. Ты знаешь, ещё хочется что-нибудь придумать, чтобы через 100 лет приносило пользу людям. Сумасшедший мой. Ты знаешь, Марин, я верю, когда-нибудь мы обгоним время. Сегодня 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу
без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Да как так? А что, думаешь, не может этого быть? Но он же только что сказал! Да подожди, и мало что он сказал! Ребята, Беркович, где? Да откуда я знаю? Ты послушай, что он говорит! Может быть, я хочу винтовку! Я хочу на фронт! Дайте мне винтовку! Или хотя бы объясните, подожди! Тихо! А теперь, студенты, внимание! Военной комиссии Горьковского военкомата принято решение выпускникам институтов, защитившим дипломы, выдать бронь и направить по специальности на заводы города. А если не согласны? А почему другие? Ну, а если другие защищать? Родина прикажет, направим. Отправляйте нас всех на фронт! Профессор, Леонид Аркадьевич, где справедливость? Справедливость. Специалисты сейчас, Ростислав, в тылу нужны. Если все на фронт пойдем, чем воевать будем? А вы предлагаете гайки крутить? Я инженер. Если бы еще дали разработку катеров, я понимаю, на фронте от меня больше пользы. Не шуми. Забыл, что твой отец репрессированный. Родине сейчас не до твоих экспериментов. Экспериментов? Если нужно крутить гайки, Ростислав, будешь крутить гайки. Хорошо. За мной не заржавей! Меня в Красное Сормово направили. А тебя? Глиссер. Мысль должна овладеть массой. Тогда ее не убить. Слава. Алексея! Я. Ростислав Евгеньевич Красное Сормово. Паря, фронт в другой стороне! Там была просьба в колесах. Здрасте. Чего он? Мрачный такой. Здорово, адмирал! Приказ пришел. 3/4 на полигон отправляют. Надо бы механику проверить. Проверим. Что с тобой? Предлагаемая схема глиссера на подводных крыльях является неприемлемой. Конструкция инженера Алексеева не разрешает трудности, которые возникают на пути практического применения, в принципе, даже на малых катерах, в связи с чем предлагаемая схема движения на подводных крыльях должна быть признана неудовлетворительной. Воюем полгода. Армия отступает, Ленинград в блокаде, эвакуированных, раненых эшелонами вывозят. Брат, пропал без вести. На фронте от меня было бы больше пользы, если бы мне дали разрабатывать эти катера. Если все на фронт пойдут, чем воевать будут? Мои катера были бы полезны флоту. На них можно орудия установить, раненых перевозить. А теперь все, все, Коля! Иди на завод и бабами командуй. Стыдно. Понятное дело. Родители-то не выбирают. Зато друзей выбирают. Товарищ Алексей, пишите!
Слава, я тут хибарку присмотрел. С выходом в затон, если буржуйку установить во внеурочное время, может, рискнем? Ты куда? За буржуйкой. Так 34-ки на полигон! Разберемся! Товарищ Зайцев, а нам-то что делать? Товарищ, работаем, не отвлекаемся. Мы на 5 минут. А вы-то куда? Не выдержит. Выдержит. Мощность мотора увеличим. Ну, велосипед такой же поставил, адская машина. Лёнь, ну где тебя носит, а? Слава, там. Фриц промахнулся. Бомбы прямиком. Наш институт. Валя, мы это. Марина. Кстати, обратите внимание на одну характерную черту. Когда Алексеев начинает нервничать, он часто моргает. Последствия тяжелой травмы. Удивительно, что он тогда вообще не потерял зрение. Я тут. С тобой все в порядке? Да, Бог миловал. Испугала шутка. Леня сказал, в институт бомба попала. В соседний корпус, да. А Валя? Валя. Все в порядке, все. Зажим. А где мы? В госпитале. А я все к тебе спешил. Спешишь все куда-то, как мальчишка. Ну, хватит свою жизнь подвергать опасности. Ты меня слышишь? Доктор сказал... А мне такой сон чудной приснился, Марин. Будто я это огромный корабль. И тысячи пассажиров. А я смотрю... Я иду не по воде и даже не по воздуху. Понимаешь? Спустись на землю, небожитель. Ты не понимаешь, не по воде, я и знаю, не по чему воздуху. Этот сон. Трое нас теперь будет. Меня воздух над водой держит. Понимаешь? Крути ты, мать!
Стой! Поднимай! Леня, поднимай! Поднимай, поднимай! Держите, мужики, а то перевернем! Быстрей! Держите ядрё на мать! Коля, подсоби! Поднимай! Коля, быстрее! Еще! Давай еще! Держи! Давай! Слава, с расчетами намудрили! Слава, помогай! Поднимай! Да тяну я, тяну! Адмирал, где тебя ноги? Леня, сделай! Вот я дурак, да? Крылья-то пустоделы! Хорош! Сейчас я его вылечу! Слав, да держи ты! Да уйди, уйди отсюда! Слав, тебе русским языком говорят! Ошиблись мы с расчетами! Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате... Ну, в общем, идем с опережением. 10 танков в смену. Родина вам этого не забудет. Нет, Слава, ну, вы посмотрите на него. Ну, что ты делаешь-то, а? Что ты делаешь? Теперь в столовую. Посмотрите, как питаются рабочие завода. Адам, что у вас происходит? Отпускай! Держится, как плитой! Есть! Жить! Слав! Вылетел! Слав, ты это доктор! В самом деле! Ура! Товарищ генерал, а вы что, не в курсе открытого на заводе экспериментального цеха? Я смотрю, у вас здесь тунеядцы на рабочем месте, да, товарищ? Вылетел, извините, доктор! Никак нет. Мужики, хорош! Это наши инженеры-конструкторы, экспериментаторы. Мы им разрешили внеурочное время. А я предупреждал. На предприятии бардак, товарищ генерал. Когда вся страна борется с фашистским захватчиком. Когда на заводе каждый... Сам-то? Чего не на фронте? Товарищ Горлопан. Потрудитесь-ка мне объяснить, товарищи экспериментаторы. Что вы такого уникального здесь для пользы нашей Родины разрабатываете? Считаю изобретение стратегически важным для военно-морского. А не желаете прокатиться, товарищ генерал? Фамилия как? Алексеев. Стратегически, говоришь? Сейчас посмотрим. Славка, ты с ума сошел? Это единственный шанс. Да вы не бойтесь, товарищ генерал. Техника надежная, проверенная. Прокатимся? Ну, разве что с ветерком. На катер можно установить пулемет, посадить группу разведчиков, морскую пехоту, вывозить в тыл раненых. С такой скоростью, поверь мне, это не предел. Фактор внезапности по реке, по морю! Да не волнуйтесь вы так. Выпейте. Спасибо. Вы уверены, что про ваши разработки никому не известно? Да вы спрашивали уже. Уверен. Кому мы нужны-то? Война идет. И враг очень хитер. Диверсанты, шпионы, они повсюду. Вы хоть знаете, как они выглядят? Нет. Как вы? Как я. Это может быть ваш лучший друг, начальник, жена, любовница. А может быть, к вам или к вашим друзьям кто-нибудь подходил? Интересовался крыльями этими, катерами,
Кому вы еще показывали чертежи? Семье, соседям, случайным людям? Да никому я не показывал. Жене это вообще даром не надо. Но это нам решать. Кому надо, а кому не надо. А ваши друзья? Зайцев, Попов, Ярлыкин. Вы в них уверены? Да. Товарищ капитан, что вы с ним толкуете? Расстрелять его и точка. Думаете, нам неизвестно, что у вас отец из репрессированных? Вы знаете, сколько на вас доносов? Полюбуйтесь. Участвовал в передаче японцам секретных чертежей танков. Раз. С конструктором Крыловым организовал банду, готовившую диверсию на Сурме. Два. Еще почитать. Да с такими доносами лучше сразу признаться, что ты троцкист. Бред какой-то. Допустим, бред. Но мы не можем исключать присутствие на заводе крыс. Зах, ребят, я ручаюсь. Товарищ Алексеев, теперь на вас лежит огромная ответственность. Вы должны понимать всю важность ситуации. Ростислав Евгеньевич, вашими разработками заинтересовались на самом высоком уровне. Вы с вашими чертежами должны срочно выезжать в Москву. Тот проверяющий, на их счастье, оказался не дурак. Удачи. И доложил о разработках молодого гения куда следует. Так или иначе, к концу войны первые боевые катера на подводных крыльях стали поступать на вооружение. Молодые конструкторы получили сталинскую премию. Ну и дальше пошло-поехало. Заводы, командировки, испытания. Мариш, мы сегодня с Николаевичем договорились поймать на счастливый рейс. Да? Угу. Говорят, кино веселое, про шоферов. А давайте с нами. Ребятам точно понравится. А Танечка с моей мамой посидит. Спасибо, пойдем. Привет, солнышко. Еле нашел. Народу тут жара. Марина, Валя. Еле нашел вас. Ура! Ну весь город тут. Жара, а весь город тут. Народу тьма. Ну надо же, какой у нас земляк был, товарищи. Ура! Доктор телеграфировал. Непредвиденное обстоятельство, на открытие не приду. Отдыхайте без меня, ТЧК. ТЧК, точно. Но. Я урвал последние билеты в кино. Это от Николая, Валечка. А ну пошел отсюда. Пошел, я сказала. Валь. И дружкам твоим передай, понял? Пошел. Ну, я все понял. Иди. Отдыхайте, уходи. Я поплыву. Каждый раз одно и то же. Иногда я вообще не знаю, куда они там ездят с этим твоим. Мне кажется, Коля скоро забудет, как я выгляжу, не говоря уже. Валя, возьми себя в руки, они не по кабакам шляются, стыдно. Ты знаешь, я твоего мужа просто ненавижу, чтобы он провалился со всеми его пароходиками. Пароходиками? Мой муж трудится на благополучие всей страны, а ты ведешь себя как вредитель. Товарищи, внимание! А давай сфотографируемся, и в кино пойдем. У нас лучшие места, посмотри. Смотри, на первых рядах. И мороженое возьмем. Объедимся. И газировку. Газировку. С сиропом. Конечно, с сиропом. Везет тебе, Маринка. Ты сильная. Сейчас вылетит птичка! Ну, это естественно. Недовольные таким характером всегда найдутся. Ну, а враги, завистники, неужели было все так гладко? Вы нетерпеливы.
51 году Ростислава Алексеева назначают главным конструктором филиала ЦКБ-19. Наш человек передавал, что в ЦКБ появляются новые водные аппараты. Ну и нам оставалось лишь ждать, когда у Гения произойдет настоящий прорыв. Долго еще? Слава. Сейчас, сейчас. Ну, скоро там. Товарищи, в наш прогрессивный век на воде сохранились скорости 19-го столетия. И это позор. Извините. Но это факт. Но вот кто из вас поедет в служебную командировку на пароходе? Речному транспорту, особенно пассажирскому, грозит жесткая конкуренция со стороны авиации, железных дорог и автотранспорта. Интересно, что я скажу министру путей сообщения? Извините, подвиньтесь. Аэрофлоту это тоже не понравится. Мы хотим поставить на крылья, прежде всего, самый массовый, самый насущный флот местного значения. Как автобусы, трамваи, троллейбусы в городе. Вернуть делового пассажира на Волгу можно, товарищи, и мы его вернем. Очень хорошая идея. Поздравляю вас. Спасибо. Я вас поздравляю. Прекрасный доклад. Можете рассчитывать на меня в качестве гидродинамика. Молодец. Коля. Удачи. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Извините. Быстро со мной, быстро! Борис Евстафьевич, разрешите представить, Ростислав Алексеев. Молодой гений. Товарищ Бутома, рад знакомству. Интересно. Ну, понимаешь, немного не ко времени. Трудно будет убедить правительство в целесообразности вашего предложения. После военной стране важнее укреплять свои рубежи. Но недальновидно не думать о простом народе. Молодой человек, не вам решать, что дальновидно, а что нет. Очевидно же, что в создании судов на подводных крыльях пока что одни вопросительные знаки. Мы их исправим на восклицательные. Занимайтесь разработкой, которую вам поручила партия и правительство. А со знаками препинания я разберусь сам. Ну а кто тебя за язык тянул? Думаешь, замминистра судостроительной промышленности оценил твой юмор? Убьет он нашу идею, ты будешь виноват. Да я же... Дым! Борис Ильич! Борис Ильич, погодите минутку. Вы простите нас. Алексеев человек горячий, но партии дело прежним всем сердцем. А вы, молодой человек, Зайцев Николай Алексеевич, верно? Вы-то сами всем сердцем преданы делу партии. Разумеется, Борис Витальевич, нам очень важно, чтобы именно вы поддержали наш проект скоростных пассажирских судов. Вы понимаете, это же революция. Ты-то сам не думал занять место главного конструктора? Голова у тебя светлая. В нашей стране не может быть незаменимых. Понял? Молоток. Ростислав Евгеньевич. Товарищ Зайцев, вы просили доложить. Главный приехал. Здорово, адмирал. Тут такое дело. Коля, пойдем скорее. Я за ночь кое-что набросал. Надо. Доброе утро. Надо проверить. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Эх, Славка, думали ли мы тогда в 40-х, что у нас будут такие хоромы? Петро, как рука? Нормально.
Ваня! Здорово! Слава, в обкоме слух прошел, что дотацию урезают. Чувствую, прикроют бутома лавочку. Ничего, что-нибудь придумай. Против системы не попрешь, Слава! Слава! И вот это надо в бутылку. Послушай меня! Остановись! Стоп, Игорь! Ну ты глянь. Обтекать она должна. Она у тебя заваливаться будет. Здорово. Переделаю. Переделать вчера надо было. Времени в обрез. Зайди ко мне, я тебе начерчу как надо. Я зайду. Нам бы выспаться. Выспишься на том свете. Ты видел, что происходит? Рабочие неделями из цеха не вылезают. Слава, но им бы выходной. Подъем. Не успеваем. Тебе хорошо. Привык с самого начала семейной жизни. Полной свободе. И не понимаешь. Тем, кого по-другому. Когда мы их должны сдать? В конце недели. Зайдешь ко мне потом. Слава. Хорошо. Да, я не понимаю, как можно разделить себя на одно, другое, третье. Здравствуйте, товарищи, не отвлекайтесь, работайте. Дом, семья, автомобиль, дача колет, все хорошо, когда работает на дело, а не наоборот. Ну, у нас не рабовладельческий строй, товарищ главный инженер-конструктор. Я тебе как друг говорю, люди ропщут. Так уж и ропщут. Я объявил по воскресеньям выходной. Что ты сделал? Но если не успеем в срок... Это еще не все. Слава! Здорово. Доброе утро. Здорово. Главный. Слава, ты выслушать меня сегодня можешь? Лень, здорово. Здорово. Здорово, Вань. Здорово. Нас прикрыли. В смысле? Прикрыли. Слав. И ведь какие мотивировки придумывают, а? Паразиты. Ты послушай, если под мостом, по которому идет пешеход, проходит СПК, и пешеход внезапно падает с моста, то СПК, двигаясь с огромной скоростью, непременно убьет пешехода. Чего? Слушай дальше. Судно, движущееся с такой скоростью, будет поднимать огромные волны и тем самым со страшной силой размывать берег. Что за бред? Ты думаешь, это бред? Послушай, мое любимое. Острые кромки подводных крыльев превратят всю рыбу по трассе в фарш! А как думаешь, кто подписал? Бутома! Правильно! Подбили на взлете. Деятели. Вот тебе и жирная точка. Ты почему не сказал? А ты слушал? Слава, не лезь на рожон. Бутома сейчас председатель Ваня, Госкомитета по судостроительной промышленности. Главное. Коля прав. Мы все по этапу пойдем. Насильно никого не держу. Работаем в три смены. Леня, я тут ночью кое-что набросал, придумал, что с капитанской кабиной. Приказываю точно развернуться! Приказываю! Слава, мужики! Чего? Тормози, приплыли!
посадят. Теперь точно посадят. Все, товарищи, следующая конечная. Лубянка. Или взорвут к черту. Да не дрейфь, мужики, пусть для начала догонят. Полный ход! И плыть долго-долго, проплыть бы Аку и приплыть бы в реку с названием Волга. И плыть, как плывут облака и века, и думать упрямо, что где-то еще есть большая река с названием Кама. Что где-то еще есть большая река с названием Кама. Ну, а река издалека катит водицу. Можно избить, можно удить, можно умыться. Жизнью такой, самой простой, жили лишь боги. Никита Сергеевич, нам пора. Сбрендил, только началось. Уйом. Посмотри, чудо какое. Это что там? Это что за птица? Вот мы с Борисом Евстафьевичем Бутомой в честь праздника решили сделать вам сюрприз, товарищ первый секретарь. Что же? Сделали? Ведь можете, когда захотите. Чтобы представить новейшее изобретение, Ростислав не смог бы найти более подходящего момента. Ведь в 1957 году в Москве проходил 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 34 тысячи человек прилетели в закрытую для иностранцев страну. Алексеевская ракета привела в восторг гостей столицы. Хотя нашего голубя мира легко могли бы уничтожить тогда, на Москве-реке. Но кто же знал, что чудо техники – это подарок международному фестивалю от сормовских конструкторов. Вот сколько дней вы шли до Москвы. Но только честно. Никита Сергеевич, вчера из Горького в 10 вечера вышли. Вчера? И сколько получается? 14 часов. 14? Угу. Врешь! Максимальная скорость судна 80 км в час, но мы уже работаем над увеличением мощности. А? И сколько же пассажиров влезет? 60. Но мы уже разрабатываем модель, которая должна развивать скорость 120 км в час и 200 пассажиров мест. А вот это мне нравится! Да что он там реально? Молодец. Перспективная разработка, товарищ Алексеев. Да. Но у меня один вопрос. Откуда на это вы изыскали средства? Товарищ второй секретарь, мы нашли способ, чтобы без ущерба для производства. Вы талантливый человек, товарищ Алексеев. Именно поэтому теперь мы очень внимательно будем следить за работой вашего КБ. Ну хватит, Лень. Леонид Ильич, ну не порти ты такую встречу. Ну, покажи, покажи свою машину. Ага. Аккуратнее, Никита Сергеевич. Как видите, у конструктора появился мощный покровитель. Ему развязали руки. Да, Никита Сергеевич умел дать делу ход. Однако кукуруза чего стоит, но в данном случае он не прогадал. Ой, мы подумали, самолет угадал. Какой самолет? Наш советский? А это пассажирский или военный? Ну, поставим пушку, будет военный. Сегодня все решают доли секунды, Ростислав. Понимаешь? Мир стоит на пороге огромной войны, поэтому прояви смекалку. Надо придумать такую штуковину, чтобы у всех, и у нас, и за океаном, волосы встали дыбом. Мы должны их догнать. Mm-hmm. Должны догнать и перегнать. Спасибо за доверие. Ну, спасибо, товарищ Зайцев. Борис Ставщ, я вам звонил, но ваш секретарь... Не хотелось бы верить, что я вас ошибся. Такого больше не повторится. Естественно. Советская земля всегда была богата самородками. Взять хотя бы левшу. Подковал он блоху? Подковал. Вот и ты. Подкуй. Хотя я знаю наших чинуш.
Но теперь у тебя есть номер моего телефона, и когда начнут палки в колеса вставлять, звони мне напрямую. Я вас не подведу. Мы засунем ежа в штаны американцам. После встречи с Хрущевым Алексеев получил полный карт-бланш. Огромный бюджет, современное оборудование, лучших специалистов Союза. Так что попасть в СОРМ становилось все сложнее. Секретность страшна. Внедрить кого-либо практически было невозможно, но мы не сидели сложа руки. Владимир Федорович! Полковник запаса Логинов прибыл по направлению Горьковского военкомата. Очень рад. Пойдемте сразу оформляться, подробности расскажу по дороге. Это со мной. Володь, давай по-простому. Биографию твою изучил, о подвигах о твоих знаю. Командовать дивизией тебе, конечно, не придется, но Зайцева не видел? Нет, не видел. Но твой боевой опыт нам пригодится. Я понимаю, ты сейчас из Индонезии, там... Он опять из строя вышел. Вот сами посмотрите. По чертежам все сходится. Я 100 раз проверял. Каждый этап. Но все равно ничего не ладится. Не понимаю. Кирилловых. Сам? Сам сочинил. Сам и чини. Дело в том, что наша летно-испытательная служба должна выглядеть. Стоять! Ваш пропуск. Пропустите, это со мной. Зайцев не пробегал? Нет, сегодня не было. Так где же он? Не все в моих силах. Вы же прекрасно его знаете. Если его осенила идея, он никого не слышит. Он прет же напролом, как пароход. Я все это прекрасно знаю. Но мне плевать на Алексеева, Коленька. Мне на тебя не плевать. Ты любишь свое ЦКБ. Ты же хочешь, чтобы оно работало? Да, Борис Иванович. Угу. Наша летно-испытательная служба должна быть точно такая же, как во всех авиационных КБ. Без нее нам жить нельзя просто больше. Вы понимаете меня? Если честно, не совсем улавливаю. Летать-то я на чем буду? На катерах? Если честно, я сам не все до конца улавливаю. Володь, ну учти, работы у тебя будет достаточно. Все придется начинать сначала. Здравствуйте, товарищи. Привет, Вань. Здорово. Познакомься. Логинов Владимир Федорович. Начальник летно-испытательной службы нашего ЦКБ. Вот как. Да. Очень приятно. Ярлыкин, Иван. Здравия желаю. Помоги оформить и проводи товарища ко мне. Кстати, Коля не видел? Нет. Может, заболел? Не смеши. Вань. А чё с красавицами не знакомишь? Непорядок. Кудренко. Зинаида. Зина. И Малинина Ольга. Оля. Пополнение прямо из института. Даже не знаю, как оформлять. Что такое? Ну как, по документам инженеры. Так. Ну, сами понимаете, женщины на корабле. Так, девушки, если Ваня вас будет обижать, сразу ко мне. Так, Вань. Глянь, я в 10-й. Зайца увидишь, передай, что ищу. До встречи, товарищ Логинов. Будь сделано, товарищ доктор. А это у вас кто? Дежурный врач? Ты что? Ага. Кардиолог. Должен узнавать первым. Любая его мысль, даже самая бредовая, опасна. И нужно ее устранять в самом зародыше. Не время сейчас для экспериментов. Если бы ты только знал, что в мире происходит. Мы взрослые люди, Коля. И всю эту лирику о дружбе нужно забыть. Я жду твоего звонка.
Коль! Что с тобой? А я хочу спросить, что с тобой? Расскажи народу, что мы делаем, ведь никто ничего не понимает. Мне сейчас рассказать или подождать, пока ты успокоишься? Дружище, нельзя перепрыгнуть через все головы разом. То, чем мы пытаемся заниматься, это же противоречит законам физики, человеческой логике. Из-за твоей прихоти мы гробим людей, предприятия, нашу мечту. Все летит к чертям собачьим, ты понимаешь, все. Настроил против себя и корабелов, и авиаторов, над нами все смеются. То есть, по-твоему, поручение первого секретаря – это смешно? А ты не думал, что у тебя может не получиться? Мне надоело бегать по ведомствам и доказывать, что наш корабль полетит. Коля, мы с тобой сегодня должны делать то, о чем другие завтра будут только думать. А что мы должны делать? Никто ж ничего не понимает, даже я. У тебя есть идея? Расскажи. Я прикрывать тебя больше не буду. Все. Это твой ответ? Угу. Абу Тома? Мое место предлагал. Вот когда будешь на моем месте, вот тогда и поговорим. Ростислав Евгеньевич, но мы же с вами все для народа тоже сделали. Летучий корабль – это сказка. Остановись, Славка. Ты не бог. Если кто устал, в моем ЦКБ не держу. Николай Алексеевич. Вот именно. В твоем. Папа, мне такую сложную ни за что не собрать. Сделай другую. Так. Если хорошенько подумаешь, за 3 минуты соберешь. Евгенчик, иди. Не мешай папе. А ты изменился. Со вчерашнего дня? А я? А я изменилась? Уже не та? Глупость. Хорошая, как всегда. Сколько раз я тебе говорила, надо окна закрывать, потому что комары. А придешь на рынок же, обсчитают, столько возьмут. А я тебе собрала носки синие на завод. А вчера... Спасибо, очень вкусная курица. Только вот солнце когда будет? Давно нет, Федя. Это рыба. Давно. В газетку заверну. Мам, пойдем? А куда? Домой же придет дождь. Иди на кухню. Не хочу я домой. Не хочу, мама ругать будет. Не подумай, я не хочу отнимать тебя у работы. Не получится. Ну, давай съездим на море. Ну, хотя бы один раз. Вместе. Дети скучают. Им нужен отец. Мы ведь тебя почти не видим. Марина, я не могу сейчас уехать. Это исключено. Ну, хотя бы скажи, над чем трудишься. Я жена, имею право знать. Пароход. Железяка дороже детей. Никогда так больше не говори. О детях или о железяке? Ладно, на море не поедем. Но в воскресенье, в твой законный выходной, мы имеем право на отца. Марин, тихо.
Конечно, имеете. Слышишь? Успокойся. Поедем. Поедем в лес, на природу. Правда? Ну, почему нет? А давай. Давай. А куда? Да куда захочешь. А давай, помнишь, за дамбой такое тихое место. Мам, пап, я дома. Там, на Троце, где мы с зайцевыми рыбу ловили. Слав, помнишь, на Троце, бухта, окруженная густым лесом. Помнишь? На Троце? Да. За дамбой, на Троце. Ты что, не помнишь? Да, помню. Марина, это очень хорошее место. Пап, извини, я опоздала. Алло, Коля, дело Ой, есть. Все, перестань. Что значит не хочу? Спускайся вниз. Срочно. Нет, я ему ничего не давала. Только в узелок сунула. А ты что Татьяна давала? Ростиславовна? Газеты-то кто завернул? Газеты. Куда уходим? Марин, потом договорим. Пока, дочь. Там ливень. Папа, папа, я собрал. А где папа? Нету папы. Мой кораблик. Ты рехнулась? Как ты с матерью разговариваешь, соплявка? Я не отец, сюсюкаться с вами не буду. Шатаешься по ночам, семью позоришь. Я тоже могу уйти. Уходите все! Жень, Женечка, иди сюда. Женечка, пойдем. Пойдем со мной. Мать, у вас плохая! Пойдем. Нет. Папа хороший пришел, ушел, а я мучаюсь с вами. Надо не переставая учиться, наблюдать и анализировать. Природа – большая наука, и именно в ней человек открывает важнейшие принципы. Как даже нам наблюдать-то, Ростислав Евгеньевич? У нас производство. Да я понимаю, Николай Алексеевич, но, к примеру, летящая над водой птица. Слав, тут дорога. Удивительное явление наблюдали авиаторы на заре самолетостроения. При взлете самолет не мог оторваться, а при посадке не мог коснуться земли. Самолет раскачивало. Он как бы не летел, а ехал по воздушной ухабистой дороге. Помню, еще Чкалов говорит. Вот именно. Потоки воздуха не давали им этого сделать. Но птицы же интуитивно умеют балансировать в этом потоке. Скорость полета возрастает, но птица при этом тратит меньше сил. Так зачем мы сюда приехали? Я знаю, Коля, как воспользоваться этими потоками. Вот там мы и достанем наш пароход из воды. Испытательная база, да, Слава? Да, Коля. Или я опять не знаю, что. Дай гляну. Давай. Там самый цимис вот в чем. Старые добрые потемкинские деревни. Дядь Вань, проверьте расчеты. Доктор лечит, гармонистка лечит. Все равно все расчеты будет проверять главный. Мы же за этим сюда приехали. Дядь Вань, ну хороший наш. Ну понимаете, нам с вами спокойнее. Ну посмотрите вы сначала. Не к добру женщина на корабле, не к добру. Так. Завязывайте с вашими предрассудками, дядя Ваня. А то пожалуемся Ростиславу Евгеньевичу. Да. Миша, делай. Есть. Во, жалуйся. Ну, что ты ворчишь? Девчат, давайте гляну. Здрасте, Ольга Павловна. А я так за вами скучал. Миш, подождите. Доктор, вылечи их.
Так, это никуда не годится. Переделай. Да ладно, большой мой. А это чей? Мой. Так. Ох, Малинина. Это хорошо. Да? Да. Ваня, ну что ты, бабы на корабле, девушки на пароходе, это красиво. И ты завязывай уже ярлыки навязывать. Ярлыкин, бабник третьего разряда. Едут, да? Встречай испытателей! Открывай! Летчики-испытатели второго класса, неназванные техники прибыли в ваше распоряжение. Да-да, я тебя приму, армию. Причем все свидетельства с отличными отметками. Иди, собирай народ. Всех собирай. Коллектив должен знать героев в лицо. Товарищи, все сюда быстрей, товарищи. Все сюда. Все. Друзья. Посмотрите на эти лица и запомните их навсегда. Это первые в мире летчики-испытатели. Второго класса неназванной техники! Да подождите! Это первые летчики нашего экрана... Экрана хода! Лёда! Планера! Экрана... Экрана плана! Экрана... Володь, ты понимаешь, что ты первый в мире этот... Игранопланщик? Игранопланщик! А ты мой хороший! За стол! За стол, Андрей! Пойдемте! Давай, давай! Миша, подкрывайте! Товарищи! Слушайте! Слушайте. Космическое пространство. Какое пространство? Да послушай ты! 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток». Не поняла. Так, какой спутник? Тихо! С кем на борту? Космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеев. Юрка, Гагарин! Я же знаю! Не может быть! Да? Товарищи, друзья, вы понимаете, в какое время мы живем? Ура! Припева. Ага. И ну, а река издалека катит водицу. Можно испить, можно. Ну что, адмирал, не дает тебе покоя чужая слава. Люди веками шли к этому дню. А мы с тобой, получается, живые свидетели истории. Все равно не верится. Самолет, это я еще понимаю.
корабль тоже. Да вот так, чтобы к звездам. Советский человек. Потому что ты Фома, Коль, неверующий. Вот и не веришь. Корабль не полетит, корабль не полетит. Все у тебя сказка. Чего только на свете не бывает. Теперь-то я верю. Теперь-то у нас все получится. Должно получиться, Коль. Значит, получится. Всем отбой! Представляете, какая круговерть началась. Гонка по всем фронтам. Выкрутасы Хрущева с Кастро чуть не положили начало ядерной войне. Кстати, если бы не было этой ситуации с Карибами, про Алексеева все бы забыли. Они не посмеют, Никита Сергеевич. Наши ракеты на Кубе. Хиросиму и Нагасаки посмели. И что я скажу товарищу Фиделю, товарищ Андропов? Поматросил и бросил? После шума, который мы наделали на Кубе, осуществлять незаметно поставки вооружения не представляется возможным. Американские авианосцы в Турции пасутся. В подбрюшье советской Украины. А мы здесь сидим и ждем, когда они нам позвонят. Это Кеннеди должен рвать себе волосы на... Кеннеди, а не я. Товарищ первый секретарь, вас. Да? Никита Сергеевич, это Алексеев. Алексеев? Да. Какой еще Алексеев? Из Горького. А! Конструктор. Конструктор. Ну, говори скорее. Товарищ первый секретарь, я, кажется, нашел способ, как засунуть ежа в штаны американцам. Но нужна ваша помощь. Ежа, говоришь? Да, да, ежа. Надо, чтобы над проектом совместно работали два министерства. Корабелы и авиаторы. Иначе не взлетим. Вопрос, считай, решен. С такими вот героями, как ты! Да, я тебя обниму! Ну что, Борис, можешь ведь? Можешь, когда хочешь. Если эта машина будет иметь скорость, как обещал твой гений... Доведем, Никита Сергеевич. Да ладно. Будет скорость. Запускай своего зверя и без всяких проволочек. Засунем американцам ежа в штаны. Дима, Устинов. Да. Чтоб через год этот экран, ну, эта машина, стояла на вооружении. Я уже сейчас просто представляю себе, как эти янки обосрутся, когда увидят ее. Кстати, за год-то успеете? Успеем, Никита Сергеевич. Но нужно хорошо подумать, просчитать бюджет. Проект-то новый, для нас неизвестный. Много рисков. Вот поэтому ставлю под личный контроль. Обо всех испытаниях докладывать мне лично. Так что давай, зеленый свет и без всяких... Этих самых. Это что еще? Что это за танкист? Ну, это... Да ладно. Ну, дай танкист. Что за маскарад? Нему... А почему в танковом шлеме? Дмитрий Федорович, для летных шлемов специальное разрешение необходимое, поэтому в танковых пока не разрешили. Будет разрешение. Поздравляю. Настоящий успех. Так, теперь нам нужно вместе обдумать, как, не теряя времени, сделать из этого СМ... Боевой пароход.
Проект мною подготовлен. Как только будет дано разрешение, мы незамедлительно приступаем к разработке нового СМа. Всем бы быть такими расторопными, а? Молодец. Не тяни со шлемами, не позорься. Ну все. Еще раз поздравляю. Спасибо, Никита Сергеевич. Все, отлично. Удачи. Так держать. За мной. Никита Сергеевич. Что, Володя, молодец? Спасибо, Лёнь. Поздравляю. Удачи. Спасибо, спасибо. Слава этому успеху. Поздравляю. Отойдем в стороночку. А у меня от друзей секретов нет. А вы смелый человек, Николай. Я вам этого не забуду. Поздравляю. Рад стараться, Алексеев. Борис Истафич. Поздравляю, товарищи. Вы удивительный человек, Ростислав. Позвонить напрямую первому... Так Хрущев сам распорядился. Каков молодчик. Вы позвонили Хрущеву во время заседания Совета Министров. А если бы эта ваша, как она называется, не взлетела, Борис... кто бы нес за это ответственность? Борис Евстафьевич. Я уже полвека, Борис Евстафьевич. У вас нет своей головы на плечах? После этих ваших испытаний вы осознаете, на какой путь вы становитесь? Это вам не пассажирские катера мастерить. Тут решаются вопросы государственной безопасности. И любая ваша ошибка будет стоить огромных средств, а может даже чьих-то судеб. А может даже и жизней. А ты своими необдуманными действиями... Я не совсем понимаю. Да все ты понимаешь, Алексеев. Твой приезд в Москву на ракете – это хулиганская выходка, сошла тебе с рук. И теперь, когда над твоими выдумками работать будет вся страна, все военное ведомство, любой твой шаг, любое твое действие, любая твоя бумажка, все должно быть согласовано со мной. Ты понимаешь, Алексеев? Более чем, товарищ председатель Госкомитета посудостроительной промышленности. Слушай, ты, товарищ главный конструктор, значит так, раз мы теперь в одной упряжке, полный отчет о проделанной работе присылаешь в министерство лично мне. Только после утверждения бюджета на будущий год и согласования с авиационщиками я смогу дать разрешение ЦКБ продолжить испытания. И лишь после этого разрешения ваши испытатели получат летную форму и смогут продолжить работу. Но это делопутство. Вредительство. У меня прямой приказ от товарища Хрущева. И если вы будете чинить препятствия... Я предупредил тебя. Алексеев, если ты такой твердолобый, желаю удачи. Главный, испытания прошли успешно. Пароход устойчив, несмотря на погодные условия. Володь, да я тебя обниму, а? Молодцы, молодцы, мужики. Нет, я не понял, почему потом такой смурной. Так у него поджимают вопросительный знак. Не, Лёнь, восклицательный. У него поджимают. Другое дело. Ну, спасибо тебе. Поздравляю. Друг. Друзей-то не выбирает. Да, Слав? Так а ты куда? Лётные шлемы оформляй. Прям сейчас? А чё тянуть-то? Танюш, дочь, отвлекись на секундочку. Да, пап. Как думаешь, какой галстук у него лучше надеть? Смотря куда. В Кремль вот этот. А если на танцы? Ну, конечно, на танцы. Студентка, чертеж закончила? Ну, как сказать? Покажи. Так, набросок. Покажи. Так. Хорошо. Главное, мыслишь неординарно. Не могу понять, в кого ты у меня такая. Танюш, все у тебя получится. Я знаю. А маме что передать, когда придет? Передай, в Москву съезжу и вернусь. А в большую командировку когда? А любопытной Татьяне? Если все пройдет гладко, через неделю. Товарищ. Пока, пап. Пока. А ну-ка, сделай погромче. 14 октября Пленум ЦК КПСС
удовлетворил просьбу товарища Хрущева Никиты Сергеевича в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья, освободив его от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, члена президиума ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Приплыли. Я стал первым секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича. Естественно, после того, как Никита Сергеевич был отправлен на заслуженный отдых. Ну, не без нашей помощи, коллега. Разумеется, где бы мы без вас были? В тот миг многие бывшие полетели с должностей, но Бутума удержался, даже наоборот. Да это я знаю. Но вот я одного не могу понять. Если Бутума после снятия кукурузника столько лет безжалостно закрывал все двери перед Алексеевым, кто позволил конструктору совершить этот безрассудный поступок? Я не поверю, чтобы за ним никто не стоял. Ну, сработала все та же самая схема. В народе называется «русский авось». Мариновать будет за всю нашу деятельность. Прошлую, настоящую и будущую. Полтора месяца! В Каспийске сидим! Володя, не дергай его! На испытание! Что испытываем? Володя! А? Терпение? Может, ты ему позвонишь? А? Да звонит он, звонит. Каждый день звонит, все бестолку. Молчанку с нами Бутом играет. А у меня вон летный состав на казенных харчах спивается. Летим или нет? Главный, можете в Москву съездить. Не принимает Бутома главного. Есть четкое указание. Не начинать испытания без его отмашки. Да специально он тянет, чтобы сорвать испытание. А потому что мы костью в горле у него стоим. Понятно. Готовь пароход к выходу. Слава! Что? Даже не думай! Не получилось с восклицательными. Заканчивай свой ход! Так поставим хотя бы жирную точку. Слава! Thank you.
We found it. Мы засекли объект. Засекли. Черт. What the hell is что это такое? Откуда у русских это чудовище? Ребят, все готово к столу. Блюдо дня. Тошного же ложками икру есть. Оленька, нет еще попроще. Картошки, например. Картошечка здесь, дефицит. Да уж, непростое время живем, а? Доктор, отбросил! Ну как со второго, Галса, как пошли! Кушай, дорогой, сладкая курочка, так. Тихо! Ну, держи. Друзья, я хочу выпить за вас. За тех, кто ни секунды не сомневался в этой, казалось бы, безуспешной затее. Да, Коль? Вы каждый день доказывали, что предела скорости не существует. Без каждого из вас никогда бы не случилось этого фантастического дня в моей жизни. Ура! Как думаете, возьмут нас на вооружение? Куда денутся? Конечно. Вот. Конечно. Бутома приказал документацию испытаний ему прислать. Он ее перепроверит, доложит начальству, а потом, конечно, куда денутся? Конечно, возьмут. Пока возьмем документации, пока в Москву, пока то все. Два месяца нам тут куковать, полтора в лучшем случае. Нету времени, сейчас в Москву полечу. Сейчас? А нам надо Ольгу Павловну в Москву послать. Да? Когда Бутома таки увидит, какие красавицы трудятся на благо нашей социалистической родины, вопрос с Каем отпадет сам собой. Сразу? Мигом. Нет, одну не отпущу. А вот вдвоем? Так. Конечно. Со мной полетишь. О-о-о. Для поддержки. Никуда я с вами не полечу. Боится, боится Оленька нашего главного. Да угомоните вы его, Ростислав Евгеньевич. Да какой тебе Ростислав Евгеньевич? Свои меня так не называют. А ты своя, Оль. Своя. О! Но в Москву не полечу. Как вы могли допустить, чтобы русские нас снова обогнали? Вы отдаете себе отчет в том, что произошло? Господин президент, у нас все под контролем. Под контролем? Русские испытывают летающий корабль, а у вас все под контролем. Господин президент, мы знаем о разработках Алексеева и внимательно наблюдаем за ним. Я вас слушаю. Здравствуй, Боренька. Скажи мне, как обстоят дела у Алексеева? У Алексеева? Он в командировке, пока не докладывал. Чего ты мне своими побасенками голову морочишь? Ты хоть знаешь, что он уже летает? Как летает? Вот так летает. Я тебе сейчас во всех красках опишу. И кто тебе позволил самому назначать сроки? Под трибунал пойдешь, как вредитель! Подойди ко мне! Дмитрий Федорович! Как ты мне надоел, Алексеев! Не слишком я его? В самый раз. Ну, товарищ Алексеев... До свидания. Да. Мне машину сейчас подадут. И мы с вами поедем в Заречье, к Леониду Ильичу, рассказывать о ваших успехах. Спасибо. У нас в Москве агент, который уже ведет Алексеева. И мы готовы начать операцию. Начинайте. Немедленно. Вам понятно? Немедленно выпускайте своего агента. Простите, пожалуйста, если не ошибаюсь, вы Алексеев. Ростислав Евгеньевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексеев. Слушайте, как приятно видеть настоящую знаменитость. Здравствуйте. Иван Иванович, заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Наслышан.
Наслышан о ваших успехах, о ваших свершениях. Скажу вам по секрету, ваши метеоры скоро будут бороздить Адриатику. Сейчас как раз ведутся переговоры по этому поводу, а на выставке в Лондоне должен быть подписан первый контракт. Подождите, а что за выставка? Международный салон кораблестроения. Как было бы полезно вам поучаствовать, как конструктору? Да, да, было бы. Тем более англичане представят свое новейшее сверхскоростное судно. Я умолял внести вас в список. Но, к сожалению, ваша командировка невозможна. Уж очень вы у нас засекреченный. Леонид Ильич, а вот и наш герой. Ну, молодец, товарищ Алексеев. Молодец. Дайте я пожму вашу трудовую руку. Каков красавец. Ну, товарищ Ростислав Евгеньевич, проси, что хочешь. Так, два костюма, белая рубашка, два галстука, паспорт. Паспорт положил? Да. А куда список-то такой большой? Что поделаешь, правила требуют. Угу. Вот, бритва еще. Так, все, кажется, ничего не забыл. Спасибо, доченька. Угу. А кто правила такие выдумал? Не командировка, курорт. Международный пароходный салон. Мариночка, международный. Попросили выглядеть представительно. Пап. Дочь. Ты думаешь, мне по душе вот этот твой маскарад? А ты фотографируй там все. Как живут, все интересно. Где? В Севастополе? Севастополь, Севастополь, город русских моряков. Татьяна, все собрала? Собрала. А то я на кафедру опаздываю. Пап, я тебе бутерброды нарезала. Вот, возьми. А какие ему бутерброды-то? В Севастополе поест. Да, Танюш, действительно, какие мне бутерброды? Спасибо. В Севастополе поем. Присядем на дорожку. Долгие проводы, лишние слезы. Не дай бог на самолет опоздаешь. Документы. Я же еще документы Зайцеву должен передать. Я могу передать, я на базу еду. Нет, я сам. Острижен по последней моде, как дэнди лондонский одет. И, наконец, увидел свет. Фотоаппарат. Улыбочку? Ну, улыбнись. А? И сыну передай, чтоб чемпионом соревнования вернулся. Олимпийским. Как минимум. Все, девчат. Я полетел. Удачи, пап. Пока, дочь. Оль, привет. Ой, главный, здравствуйте, вас не узнать. А зачем тебе микроманометр? Так испытания идут. Николай Алексеевич с самого утра командует, а вас очень ждет. Ох, достанется мне от него. Прошу. Здравствуйте. 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 Николай Алексеевич. Главный здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Понятно, Николай Алексеевич. Адмирал Япономат, где носит? Доброе утро, Коля. Адмирал? Здорово. О, начинаем? Начинайте. Начинай. Начинай!
Намудрили мы с расчетами. Слав. А чё нарядный? Праздник, что ли, какой? Да это, мне уехать надо. Завершим испытание, езжай на все четыре стороны. Меня неделю не будет. О, видишь, крен идет. А это мы еще до критической массы не дошли. Коля, я документы принес. До моего возвращения пусть у тебя полежат. Когда вернешься? Я же говорю, через неделю. Стоп, ты куда собрался? В Севастополь. Куда? Место для базы... Так, а ты за это время должен закончить все испытания. После моего возвращения начинаем новый проект. Какой новый проект? Мы с этим не разобрались. Ты! Да куда я тебя не отпущу? Коля, вот. Здесь новые расчеты. Наброски того, чем мы будем заниматься. Подержи у себя, на всякий случай. Что значит «на всякий случай»? Остаешься за главного и вопросов мне больше не задавай. Как скажете, товарищ главный конструктор. Счастливого пути. Ну, я пошел. Иди. Ростислав Евгеньевич, вы обронили. Веселов Сергей Петрович, Великобритания. Что за шпионские игры? Приеду, все узнаешь. Первым. Сергей Петрович, пройдемте. Потом пофотографируйте. Yes, sir. Идемте. Нас ждут. Нам сюда. Итак, дамы и господа, при скорости более 93 миль в час из-за трения вода закипает, и корпус плавится. Ответственно заявляю, наша компания достигла абсолютного скоростного максимума в кораблестроении. Это рекорд на все времена. Спасибо. Сергей Петрович, ну, фотографировать не надо. Здравствуйте, дорогой Сергей Петрович, здравствуйте. А, здравствуйте. Ну, что думаете, догоним и обгоним англичан, а? Не сомневайтесь. Правильно, вот это слова настоящего советского гражданина. Ну, выглядите прекрасно, когда летели. Чудесно. Честно говоря, я потрясен, что... Я потрясен тем, что вас выпустили из страны. Пройдемте к советскому стенду. Здравствуйте, товарищи, работаем, не отвлекаемся. Девочки, если вам что-то непонятно, вы подходите и спрашивайте у нас, хорошо? Вы чертите по вчерашним испытаниям. У вас с другим отделом это никогда не сойдется. Хорошо? В чем дело, Малинина? Да, ничего, мы просто работаем. Тут же вчерашний расчет, вы чем тут занимаетесь? Это же делопутство, вредительство, произвол! Николай Алексеевич, а почему вы с нами так разговариваете? Потому что нужно думать, прежде чем принимать ответственное решение. Вас сюда для этого поставили переделать, учитывая замечания сегодняшних испытаний.
Развели тут бабье царство. Николай Алексеевич! Что? На минутку. Вы, пожалуйста, как можно быстрее все исправьте. Как с цепи сорвался. Mm-hmm. Дай только покомандовать. Собирай наших, всех кабинет прикрепленного вызывай. Что? Откуда я знаю, что? Давай, Попов, Ярлыкин уже там. Давай побыстрее. Малинина! Ну вот, Сергей Петрович, сейчас увидите все собственными глазами. А, вот здесь. Сергей Петрович. Господа! Здравствуйте. Меня зовут Эльза, я переводчица лорда Марлоу. Мистер Марлоу восхищен скоростью советских судов на подводных крыльях и готов оказать советской делегации свою помощь в подписании контракта с греками. От всего Советского Союза хочу выразить благодарность мистеру Марлоу. Они готовы разговаривать. Sir, I have deep respect for the designer who made such a machine. Мистер Марлоу хочет выразить свое почтение гениальному советскому конструктору, человеку, сделавшему, казалось бы, почти невозможное. Вы знаете, нам поначалу тоже казалось, что это невозможно, а потом мы поняли, что это... Полностью с вами согласен, Сергей Петрович. Господа, позвольте представить, Сергей Петрович, мой помощник по техническим вопросам. Сергей Петрович имел в виду, что в Советском Союзе все люди, как один, работают на благо необъятной нашей Родины. Эльза, please ask... If it would be okay for them to discuss the contract during dinner tonight, okay? Вы остановились в Royal Wings? Как всегда. Мистер Марлоу хотел бы пригласить вас на ужин, чтобы обсудить детали контракта. Кстати, представитель Анасиса тоже будет. Мы благодарны мистеру Марлоу за это приглашение. Тогда до встречи. До встречи. До вечера. До вечера. Сергей Петрович. Сергей Петрович. Забнин Болеслав Александрович, вы ведь беспартийный. Ну, так получилось. Я просто интересуюсь. У меня к вам несколько вопросов. Отвечу с удовольствием. Скажите, когда вы в последний раз видели на рабочем месте главного конструктора? 2 дня назад. Это нормально, у него часто бывают командировки. И он вам не говорил, куда он собирается? Не оставлял никаких бумаг? Нет. Все как обычно. Все как обычно. Да. Сергей Петрович, нам пора. А вот это вам не понадобится. Я думаю, советское руководство пойдет на ваши условия. Госпожа Иониди, это очень выгодное предложение. Я думаю, господин Анасис будет в восторге. Греки согласны подписать контракт. За дружбу народов. Не принято. Ну что ж, не будем вам мешать. Потанцуем, дорогая. Сергей Петрович. Да. По-моему, самое время вам приобщиться к прекрасному. Не позволяйте даме скучать. Эльза, разрешите вас пригласить на танец? С радостью.
Простите, я не уклюж. Ну, вы себя недооцениваете. У нас так за королевой не присматривают, как за вами. Сергей Петрович, вы случайно не из политбюро? Нет? Нет. Скажите, откуда вы так хорошо знаете наш язык? Изучала иностранные языки, занималась переводами. Со школьной скамьи мечтала работать именно здесь, в этом КБ. Что здесь такого? Ничего. Просто странно. Многие горьковские комсомолки мечтают попасть в студенческие строительные отряды. Ну, романтика, приключения. Одним словом, коммунизм. На что вы намекаете? Ваша настоящая фамилия Бенардаки? Какое это имеет значение? Ваш прадед, имперский промышленник, создатель Красного Сормова. Ну и что? Враг народа. Ну что, мы хорошо изучаем историю в нашем ведомстве. Мы про тебя все знаем, купчиха. Товарищ, я родилась в советской стране. Я партийный человек. И я не понимаю, в чем вы пытаетесь меня сейчас уличить. Ну, положим, только за одно это можно исключить из партии. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Хотите конфетку? Для поднятия настроения, так сказать. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Им не открывалась красота жизни. Это Пастернак, русский писатель, запрещенный в Союзе. Автор удивительного романа «Доктор Живаго», так вот вы напоминаете мне этого доктора. Человека благородного. Слепленного из какого-то другого теста, не похожего на остальных. О вас можно сказать то же самое. Так скажите. Признаюсь, я впервые в обществе такой очаровательной леди. Ой! Что такое? Ничего, ничего, все в порядке. Каблук. Давайте я посмотрю. Да ну что вы, ну не здесь же, в самом деле, это же неприлично. А, да. А пойдемте ко мне в номер. По-вашему, в номере будет прилично? Я... Ладно. Хотя бы комплименты вы делаете лучше, чем танцуете. Я боевой офицер. Я всю войну прошел. Инструктором за границей служил. Мои ученики по всему миру летают. Вы из меня здесь кого слепить хотите? Я вам еще раз повторяю, Алексеев честный и порядочный человек. Никто не умаляет ваших былых заслуг. Но все-таки как-то странно. Вы, повидавшие столько, пришли в конструкторское бюро и работаете непонятно с кем. Вот вас, товарищ, как и меня, через некоторое время забудут. А Алексеева не забудут никогда. Его именем будут называть корабли, летающие к далеким планетам. Наши дети будут им гордиться, потому что он гений. А мы с вами простые наблюдатели.
Я счастлив, что судьбой мне выпала честь работать с этим великим человеком. Господа, мы обсудили все тонкости контракта. Теперь я, наконец, предлагаю выпить за прекрасных дам. Спасибо большое. Пожалуйста. Ваш этаж? Третий. Третий этаж, пожалуйста. Кухня спит. Третий этаж. Угу. Подождите меня в коридоре, ладно? Я мигом. Нет. Неловко мне будет ждать вас здесь. Угу. Ой. Чувствуете себя как дома? Угу. Сейчас, минуту, будут как новые. Может быть, вина? Николай Алексеевич, довожу до вашего сведения, что мы приостанавливаем деятельность производства ЦКБ по СПК и по всем вашим новым направлениям. Что значит приостанавливаете? У нас оборонное предприятие, мы занимаемся секретными... Вот именно что, оборонное и секретное. А вы не знаете, где находится ваш главный? Почему не знаю? Я уже говорил, на Севастополе. Уверены? Еще раз командировочный лист показать. Николай, ты же хороший мужик. Искренняя помощь органам сыграла бы важную роль в дальнейшей твоей судьбе. Мне нечего скрывать от органов. Вы хорошо подумали? У нас есть информация, что ваш главный завербован. Я знаю его с детства, это исключено.
А если он сейчас по другую сторону Атлантики? Товарищ Зайцев, неужели вы не можете допустить, что он нас просто предал? А вы его покрываете? Задумайтесь. Ведь у вас семья. Ростислав Евгеньевич, честный и порядочный человек. Любимая группа. Потанцуем? С ума схожу от этой роскоши. А я с ума схожу от вас. Я женат. За любовь казнить нельзя. За любовь только любить можно. Стучаться не учили? Алексеевич.
Мы от Ростислава Евгеньевича. В чем дело? Николай Алексеевич, подписан приказ о вашем аресте. Но мы готовы вам помочь. Аресте? Ростислав Евгеньевич просит вас передать нам всю документацию по экраноплану. Экрана чего, простите, я не понимаю. Доктор сообщил нам, что все документы по экраноплану он передал вам. Не беспокойтесь, ваш друг в безопасности. Вот вам новый паспорт. Через час мы вас ждем на центральном вокзале со всей документацией по экраноплану. Николай Алексеевич, вы можете полностью нам доверять. Зря стараетесь. Славка не предатель. Проснулись? А где мы? Мы в самолете, летим домой. Все хорошо. Здравствуйте, Сергей Петрович. Вы же понимаете, что Лондон и все, что там было? Вы извините. Ну так нужно. Что поделаешь? Да, да. Удивили вы нас вчера. Удивили. Слушайте, я даже не подозревал, что в вашей сфере так пьют. Сейчас будем вас лечить. Ой, терпеть не могу эти удавки. Настоящий французский коньяк. Давайте выпьем за победу. Ничего, скоро наши корабли будут бороздить Адриатику. Да, не каждый день подписываешь такие контракты. Поэтому давайте не ломайтесь, Петя, за замечательного советского конструктора. Ну, как хотите. О, полюбопытствуйте. Английская пресса. Каспийский монстр. Американский спутник-шпион обнаружил в СССР секретное оружие. Убийцы авианосцев. Маскируйся, не маскируйся. Все как на ладони. Всевидящее небесное око. Ну, ничего не поделаешь. Космос. Космос. Мне основательный досмотр материальной части произвести надо. А в сегодняшней ситуации... Сейчас, Володя, главное не дергаться. Да уж. И Зайцев, как назло, куда-то пропал. Что шумишь, товарищ испытатель? О. Главное, легок на помине. Ну, наконец-то, а то у нас тут неполадки. Не скули, Володя, неполадки устраним. Как вы, мужики? Все хорошо, а вы? Прекрасно. Лучше всех. Как... Севастополь стоит? Севастополь? Да. А вы как будто какие-то отмороженные. У нас все в порядке? Да вроде да. Ну вот я и посмотрю, как вы работали без меня.
Что за ансамбль? Не слышали. Не знаю. Жаль. Главное, ты как будто с другой планеты. И все-то ты у нас замечаешь, Борислав. Может, ты секретный агент? Шуточки у вас, Ростислав Евгеньевич. Главное, документы на подпись нести? И побыстрее. Что это с ним? Осенило, может, гения. Может, крупный заказ получил? Будет время. Полюбопытствуйте. Володя, заходи. Доктор, это я. Логинов прислал на подпись. Олечка, здравствуй. Проходи. Чаю будешь? Нет, как неудобно. Неудобно? Что за ансамбль? Я не знаю. Жалко. Жалко, жалко, жалко. А тебя тут не обижают? Да нет, что вы. Коллеги меня уважают. Дай ручку. Пожалуйста. Да нет, свою ручку. Гадать, что ли? Ага. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им. Ростислав Евгеньевич, я не понимаю, о чем вы говорите. А ты, Олечка, есть красота жизни. Ростислав Евгеньевич, пока вас не было, они приходили, все ЦКБ перерыли. Что вы делаете? И вправду, что это я делаю? Алексеев! Слава. Ты долетел? Только что из командировки. Дома все в порядке? Слава. Марин, давай быстрее. Коля Зайцев умер. Врачи сказали рак. Пока тебя не было, на работе что-то произошло. Я не задавал вопросов, но Николаша вздрагивал от каждого шороха. Здоровый мужик. И вдруг четвертая степень. Ну как такое возможно? Я же всегда тщательно заботилась о твоем здоровье, Николаша. Я не знаю, что там происходит на этой вашей работе. Но его убили, Слав. Убили. С этим нужно разобраться. Thank you.
разберусь. Леонид Ильич, Алексеев, Ростислав Евгеньевич. Пусть зайдет. Здравствуйте, Леонид Ильич. Я уже неделю пытаюсь к вам пробиться, скажу откровенно, при прошлом руководстве было гораздо легче обходить бюрократические заслоны. У меня складывается впечатление, что… Не понял. Какие заслоны при прошлом руководстве было легче обходить? Бюрократически, Леонид Ильич, бюрократически. Я говорю, что в правительстве всем наплевать на судьбы простых людей. Это немыслимо, недопустимо. Вы что, хотите сказать, что я незаслуженно занимаю свое место? Да нет, наоборот. Я хочу, чтобы вы повлияли на ситуацию. А то у нас получается, как всегда. До Бога высоко, до царя далеко, а стране процветает халатность и безнаказанность. Ну и в чем же вы нас обвиняете, товарищ Алексеев? Вас? Нет, конкретно вас я ни в чем не обвиняю. В моем ЦКБ на неделю остановили производство. Вот, опечатали базу на ТРОЦ. Постоянно проводятся эти допросы, извините. Связали по рукам оборонные предприятия страны. И под финал... Таинственная смерть главного инженера. Вы знаете при Никите Сергеевича вот такого? Точно не... Проектируйте свои лодочки, а со своими обязанностями я сам разберусь. Ростислав Евгеньевич, доброе утро. Вы примете? Простите, но вы не заперли дверь. А мне не от кого закрывать дверь. Не скажите. У Леонида Ильича очень хорошая память. Донесли. У Кремля большие уши. Ага. Вот скажи мне, выходит говорить правду генеральному секретарю? Вы, Алексеев, гениальный конструктор, но абсолютно бездарный политик. Говорить правду, рубить с плеча – это разные вещи. Пойдемте прогуляемся. Пойдемте. Ой, Алексеев, ваш упертый характер потрепал нервы многим в министерстве. И вот, теперь, когда у вас нет покровителя, они вам не дадут работать, они просто сотрут вас в порошок. Иван Иванович, вы меня пугаете? Говорите прямо. Ну, я не могу вам советовать, конечно, но в сложившейся ситуации вам просто необходимо уехать из страны, и мы вам в этом поможем. Кто мы? Там есть люди, которые готовы предложить вам выгодный контракт. Высокоскоростные, межконтинентальные экранопланы. Вы же об этом мечтаете, не правда ли? Мечтаю об этом. Ну? До свидания, Иван Иванович. Алексеев, у вас опасное производство. Подумайте о друзьях. Что вы как маленький, в самом деле. Надо же думать о близких, друзьях, родных. О здоровье надо подумать. Не знаю, почему сейчас вспомнил. В МИДе рассказали мне забавную историю. Во Франции одного политика убрали. Просто вшили ему в рабочее кресло уран. Через неделю человека не стало. Врачи констатировали рак. Поэтому думайте о здоровье. Думайте. Еще задумайтесь хорошенько.
Действительно ли вы хотите работать? Нет, не так, а по-настоящему. В жизни каждого человека есть момент выбора. Пойдете вы направо, налево, решать только вам. Тише, тише, тише. В общем, они сказали, что если я не займу твоего места, то... Ну, если займу, дадут квартиру трехкомнатную. Я не хочу, не могу принимать решение без твоего согласия. Но тогда они просто поставят своего человека. Что думать, бери квартиру. С тобой мы всегда договоримся. Слава, Слава, ведь все равно ты главный. Тут твоя команда, плевать, кто главный на бумаге. И потом наш новый... Парад. Уход. Если все получится, тебя восстановят. Нельзя им позволить угробить дело всей нашей жизни. В общем, тебе решать. Через 10 минут общий сбор в актовом зале. Объявляй. Хорошо. Борис Евстафьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Иван Иванович, здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Ой, вы позволите? Конечно. Благодарю вас. Так, давайте это сюда. Спасибо. Как же здоров. Пожалуйста. Ничего, а сейчас будет вообще прекрасно. Приятного аппетита. Благодарю вас. Благодарю. Не понимаю. Не понимаю. Если у нас каждый конструкторишка будет ногой двери генсеку открывать... Мы с вами далеко не уплывем. Не, может быть, вы не дрожите своим местом? Брежнев просто рвал и метал. Алексей, ведь в вашем подчинении, так? Я снял Алексеева с должности начальника ЦКБ. Что я еще могу? Ну, чего вы сенсацкаетесь? Посудите сами. Заявки на госпремию о вас ни слова. А документы посылал именно Алексеев. Не объясните мне, кому нужны эти бесперспективные, дорогостоящие, недокорабли? Кому, я не знаю. Ну что вы, что? Пожалуйста, не нервничайте. Борис, в сущности, еще не все потеряно. Премия. Да черт с ней с этой премией. Тем более ее и так завернули. Но сам факт. Я на вашем месте раздавил бы его, как клопа. Потом расскажу. Все? 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 Вроде, да. Товарищи, знакомьтесь. Забнин Болеслав Александрович. Здорово, Борик. Привет, привет. Товарищ Забнин. С сегодняшнего дня ваш новый директор и главный конструктор по СПК. Не понял. Опа. Я же остаюсь главным конструктором по экранопланам. Я так решил, для продуктивности дела. Товарищи, извините.
кто-то еще? Как ты мог вытерпеть предательство? Почему ты не плюнул им в лицо? Я все еще главный конструктор. Потом я буду больше времени проводить дома. Ты ведь об этом мечтала? Не ври, никогда семья у тебя не была на первом месте. Ладно. Наша жизнь прожита. Но о детях ты подумал? Ни квартиры своей, ни черта. До пенсии недолго осталось, мог бы и потерпеть. Да я и так терплю. Все будет хорошо, Марин. Я обещаю. Опять обещание. Марина, подожди. Марина, не мешай. Марина, нет времени. Марина сыта по горло твоими обещаниями. Да и вообще. Алексеев, тогда на регате я полюбила другого человека. Тот юноша мог за себя постоять. А ты? Они все время про тебя спрашивали. Над чем работаешь, с кем работаешь, кому ты звонишь. Весь дом перерыли. Про любовниц твоих. Я о тебе ничего не знаю. А я о тебе. Сон чудной приснился, Марин. Будто я это огромный корабль и тысячи пассажиров. А я смотрю, и я иду не по воде и даже не по воздуху. Понимаешь? Ты не понимаешь ни по воде, ни по воздуху. Меня воздух над водой держит. Понимаешь? Воздух над водой. Главный! Маленин, ты что здесь делаешь? Уже поздно. Извините. А ну-ка, подожди. Иди сюда. Глянь. Думаю, назвать его Орленок. Что скажешь? Вы лучший. То есть я... Не только от своего имени, от всех нас. Ты прости меня, ладно? За что? За тот случай в кабинете, да помнишь? Да вам не за что извиняться. Ну как не за что? Забнин, которого вы назначили, требует авиационный алюминий. О, вон ты. Ну нет у меня авиационного алюминия. Я же не министр авиации, в конце-то концов. Борис Евстафьевич, подпишите, пожалуйста. Спасибо. Я министр судостроения. С меня взятки главные. Ну вы же знаете, кто стоит за его спиной. Знаю.
Поперек горла мне стоит этот крылатый гений. Так и в нашем цеху хватает людей, настроенных прекратить алексеевские эксперименты. Я вас не понимаю. Не торопитесь, Борис Евстафьевич. Не валяй дурака, все ты прекрасно понимаешь. Есть алюминий. Практически похож на авиационный. Но просто немного иной по составу. Так что, если кто-то будет невнимательно подписывать документы, то все закончится довольно быстро и само собой. Мины авиапром я беру на себя. И еще. На этот раз начальником ЦКБ должен стать человек, удобный нам, а не Алексееву. Вы меня прекрасно понимаете. Яков Моисеевич, вас. Слушаю. Здравствуйте. Все идет по плану под моим личным контролем. Рыба скоро сама выбросится на берег. Не перестарайтесь с рыбой. Главное, чтобы выбросилась на тот берег, который нам нужен. Это вопрос нескольких месяцев. Ну что же, тогда, как говорится, не хвоста, не чешуи. Чего ждем? Результат остат испытаний. Без него не имеем права начинать. Права-то мы не имеем. А министерство должно видеть, насколько эффективно используются выделенные средства. А вам, товарищ директор, в первую очередь... Органы дают нам небольшой коридор, пока американский спутник-шпион пролетает в стороне. Так что у нас категорически мало времени. Сказал тоже. Товарищ Псарев. Ага. Сейчас. Стоим и ждем. Да, команду дадут, тогда и все. Ростислав Евгеньевич! Ну давай уже сделаем пару выходов! Прокатим командный состав туда-сюда, потом на берегу поляну накроем. Без результатов стат испытаний не могу. Евгений, у тебя до сих пор все испытания нормально проходили и сейчас пройдут. А причину того, что они проведены не в полной мере, ты потом найдешь. Все в порядке. Покажите. Алексеев, давайте поторопимся, пока этот чертов спутник нас не видит. Все красиво. Начинайте. Готовь С-21 к выходу. Есть к выходу. Да этим конструкторам дай только волю тратить государственные деньги. А когда дело дойдет в кусты! Приглашаю всех желающих подняться на борт. Вы с ума сошли, Алексеев! Это же нарушение инструкции! Так у нас же все красиво! Вы за это ответите! Лично гарантирую безопасность каждого пассажира. О! Настоящий мужик! Ну что, офицеры, хорош по кустам прятаться! Ты что себе позволяешь, главный?
Они элементарный инструктаж не прошли. Здесь давай, почти давай, целиком давай. Командный состав. Не дрейфь, Володя, я пойду со всеми, мне и отвечать. Как старший по испытаниям и следую инструкции, не могу допустить посторонних на борт. Кто посторонний? Володя, уйди. Я полетный лист не подпишу. Прямо чё? Куда без меня? Евгений Михайлович, вы-то чего не идете? Морская болезнь. А вы, товарищ директор? Аэрофобия. Это что? Понятия не имею. А-а-а. Прошу. Проходите. Ну что, мужики, покатаем, товарищ? Угу. Покатаем. Вырулить к исходной точке для разворота. Есть вырулить к исходной точке для разворота. Есть ли замечания по матчасти? У меня все готово! По материальной части замечаний не имеется. Начинайте движение по программе выхода. Есть, начинать движение по программе выхода. Алексеев, с тобой говорит контр-адмирал Емельяненко, а что мы плетемся, как черепахи? Где твоя хваленая скорость-то, а? Увеличить работу носовых двигателей до максимальной мощности. Есть увеличить работу до максимальной. И что нам теперь делать? Теперь ничего. Орленок, орленок, взлети выше солнца. Выходим на первый галс. О-ха-ха! Вот как броневики, бать! Вы что, для этого из Москвы сюда летели? Давай, Логинов, у вас комиссию по полной программе! Опять стартовые! А ну-ка, давай гидролыжу. Главное, не надо. Главное, надо. Вышли на экран. Отключить работу носовых двигателей. Есть отключить работу носовых двигателей. Как там? Да. Ощущение-то... 250. Давай. 300. Давай, давай. 350. Жми. 400. Давай. За Колю Зайцева. За Болеслава Забрина, за друзей наших, которые не дожили. Давай, жми! 450. 460. Абсолютный рекорд, главный. Вот это я понимаю. Молодец. Молодец, вот да? Молодцы, молодцы. Нужную машину сделали. Главный, а что если при посадке снять винт с упора? Для проверки режима торможения винтом и сокращения пробега. Печенов, да делай ты, что хочешь. Такого! Шалин, что с двигателем? Запускаю. Двигатели не выключать. Держаться на курсе. Ничего не предпринимать. Что у тебя происходит, Алексей? Будешь отвечать по всей строгости. Ты... Да угомонись, адмирал. Если сбросить обороты, то изменится соотношение... Стоп,
Нет. Только не сейчас. Только не сейчас. Только сейчас. Изменится соотношение моментов, и вода начнет поступать в корпус. Слава, что делать? Ну, что делать? Главный, разобьемся к чертовой матери! Вылезай! Жди! Живей! Пристегнись там! Взял! Володя, готов? Готов! Двигатель на максимальную! Добрё! Ближайший берег на Турале! Так точно! Володя, уходим влево! Разнотяг на счет три! Раз, два, три! Давай, Орлёнок, не подведи! Товарищи, мы в родном заливе, поздравляю с возвращением, главное, все живы и здоровы. Все. Алексеев своей шапкозакидательной деятельностью привел к нелепой аварии новый транспортно-десантный кроноплан. Совершенно верно. Товарищи, все, что произошло на Орленке, очень похоже на хорошо спланированную диверсию. А я вообще не удивлюсь, если гражданин Алексеев сотрудничает... Да подождите вы! Ты понимаешь, что говоришь, Боря? Алексеев принес немало пользы стране. И если мы начнем сейчас всех без разбора под одну гребенку, я не знаю, что получится. Здравствуй, Юра. Здравствуйте, товарищи. Ну, что у вас? Решаем, что делать с Орленком. В таком случае меня больше интересует, что делать с Алексеевым. Полюбуйтесь, Дмитрий. Не буду мешать, товарищи. Продолжайте совещание. Теперь, когда Алексеев отстранен от производства, он не представляет для нас угрозы. Что ж, вы хорошо поработали, Яков. Как думаете, этот конструктор заслужил достойную старость? Без сомнения. Хорошо.
где мои любимые? Бабушка! 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 А я вам елочку из леса принесла. Ну-ка, нюхайте. Елка. Ой, ну-ка, побежали. А чего дед-то делал? Опять он сама посмотрим. У меня его фуражка. Ах ты мой маленький капитан. Так, игрушки быстро убирать. Хорошо. Дружно, да? Быстро. Будем кучить скоро. Чего? Сидишь-то, сычок. Смотри, тошно, полгода из квартиры не вылезаешь. Давай-ка, убирай все. Внучат, пойдемте руки мыть. А мы тебе сами. О, вы чустрые какие. Не догнать вас, бабушки. Да вы ж мои рыцари. Алексеев, конечно, упертый патриот, но именно сейчас, когда его так унизили свои, мои люди готовы начать финальную часть операции. При любом исходе. Все его разработки должны лежать на моем столе. Понял. Здравствуйте, доктор. Я боялась, что больше вас не увижу. Я вам пластинку купила. Только вышла. Если бы вы знали, сколько я очередей за ней отстояла. Главный, наши из ЦКБ все увольняются. Не хотят без вас. Логинова отстранили. Печенов сам ушел. Соколов готовится к выходу нашего Орленка. Как же они могли так с вами поступить? Да я старый. Можешь мне не верить, но они еще на коленях к тебе приползут, потому что они никто,
А ты бог. Скажешь тоже. Скажу. А если они скажут? Ростислав Евгеньевич, просите, что захотите. Ты как бог, что им ответишь? Пошлю к черту. И будешь прав. Ох, Малинина! Вот наших войск в Афганистан только усугубил ситуацию. Да уж. Есть данные, что новые американские атомные авианосцы... Значит, нужно срочно начать строительство наших атомных авианосцев. Леонид Ильич, у нас на один авианосец вся страна год работать будет. Это слишком большая роскошь. Американцы не станут нас ждать. И что же вы предлагаете? Экраноплан. А тебе чего хочется? Ты знаешь, Оль, я всю жизнь хотел быть полезным людям. Ой. Простому человеку. Оль, ты где? Оля! Я здесь. А, гнался, обгонял себя, время. Но толком не знал, что делал. Это литература, Слав. Хорошо. Я построил бы спасательный экраноплан. Ага. Вот представь. Терпит бедствие пассажирский лайнер. Да. Нет, военный корабль. Нет, подводная лодка. Хорошо. Если распределить по всему миру несколько спасательных экранопланов, то с их скоростью у людей... Оль. Шучу. Это не то. И в политбюро тебе скажут, Ростислав Евгеньевич дорого. А я им знаешь, что отвечу? Что? Моим экранопланам не нужен был бы аэропорт. Да. Это самый экономичный вид транспорта. Не убедил. Тогда так. Глубокое заблуждение, что в России нет дорог, одни дураки. Испокон веков в России были идеальные дороги. Вот. Летом по воде, зимой по льду. А я спрашивала, чего хочешь ты? Без Алексеева ЦКБ не может предложить ничего концептуально нового. Ничего! Я согласен, что он талантливый конструктор, но Алексеев абсолютно антисоветская личность. И я не уверен, что все эти экранопланы рано или поздно не попадут в руки американцев. Соедините меня с конструктором Алексеевым. Я полагаю, что ему нужно дать еще один шанс. Угу. Предлагаю проголосовать. Кто за? А знаешь что, Оль? Я построю огромный пассажирский экранолёт. Тысячи и тысячи людей на борту. Он будет скользить над водой, над другим материкам с космической скоростью. Самый безопасный во всем мире. Они отобрали у тебя все. А ты? Но ведь это глупо, ужасно глупо не понимать, что такими людьми, как ты, не разбрасываются. Ой, да ладно. В нашей стране никогда не умели ценить человека. Да и не научатся уже. Я это поняла еще ребенком. Когда меня в детприемник врагов народа сдали. Маму с папой расстреляли за фамилию. Ой, да сколько таких было? Тысячи. А ты знаешь, что мой прадед построил Красное Сормово? Прадед? Да. Скоро и ты будешь ходить мимо своего ЦКБ, как я сейчас хожу мимо своего дома. Мы навсегда здесь чужие. Давай уедем отсюда. Куда? У меня тетка в Болгарии живет. С документами помогут. А
Они тебя убьют. Ой, да ладно, кому я нужен? Ой, ты просто не представляешь, насколько это легко. Вшиваешь человеку уран в рабочее кресло. Через неделю человека не стало. И человека нет. Врачи констатировали рак. Его убили, Слав. Алексеев, подумайте о друзьях. Послушай меня. Всегда приходится делать выбор, Слава. Так вот, остаться или идти дальше, решать тебе. Просто куда ты пойдешь? У тебя же здесь ничего нет. А ты еще столько можешь дать людям. Алексеев, ты должен поехать со мной. Я верю в тебя! Я люблю тебя! Товарищи, в центральной Ореховской больнице Алексеев Ростислав Евгеньевич скончался. Какой к чертовой матери второй шанс, Бинардаки! Ты понимаешь, ты все загубила! Ты загубила операцию! Столько лет ты занималась! Чем ты занималась? Как ты могла это допустить? Значит так. Слушай меня внимательно. Иван Иванович. Секунду. Все документы, все разработки, все... Иван Иванович, спокойно. Спокойно. Готовьте коридор. Через 6 часов в аэропорту она передаст вам все документы. Смело связывайтесь с покупателем. Хорошо. А теперь слушай меня, купчиха. Ваш пропуск. Она не придет. Обстоятельства не позволили. Здесь все, что она смогла собрать.
Все, что вам нужно. Благодарю, коллега. Ну, вот и все. Хотел бы взглянуть. Ну, не стоит торопиться. Давайте сначала взлетим. Яков Моисеевич, ваш полет придется отменить. А вы понимаете, какие вас ожидают последствия? Очень хорошо понимаю. Пройдемте с нами. Тебя, коллега. Да, нужно отдать и вам должное. Столько лет потребовалось, чтобы заставить вас вывести нас на крупную рыбу. Ну что? Кто от этого выиграл? Не знаю. Архива нет, разработки уничтожены. Все сожгла. Купчиха. Ваша. Об одном жалею. Такого человека просрали. Да. Не уберегли гения. Не уберегли. Сон золотой, берег крутой.
той берег пологий. Так в воду глядеться бы мне, дураку, и плыть долго-долго, проплыть бы оку и приплыть бы в реку с названием Волга. И плыть, как плывут облака и река, и думать упрямо, что где-то еще есть большая река с названием Кама. Ну, а река издалека катит в Одессу. Можно и спить, можно удить, можно умыться. Жизнью такой